Всем привет, друзья, с вами Беркли, и сегодня я начинаю новый плейлист на своем канале, который будет называться «Реальная жизнь в тюрьме». Это будет небольшой плейлист, в котором будет примерно до 10 видео, в которых я вам покажу, как установить мод на реальную жизнь в тюрьме. Потому что в этом плейлисте у нас будут различные моды, точнее их установки и обзор этих же модов, которые вы можете установить и сделать для себя в вашей гиташке реальную жизнь в тюрьме. Возможно, вы наблюдали, что множество ютуберов играют с подобными модами, и в этом плейлисте я вам покажу, как их все установить, чтобы добавить в вашу GTA-шку отдельную локацию, в которой вы сможете взаимодействовать даже с NPC. Повторюсь, что видео будет немного, но я решил их разбить на несколько частей, потому что у многих не получается установить их все сразу. И для того, чтобы у вас все получилось, я буду показывать все в отдельных сериях. То есть сегодня мы установим мод Prison Mod, который добавит нам мод на попадание в тюрьму. Потом мы установим с вами мод, который поможет нам добавить интерьер различного вида камеры, заключенных и тому подобное. Поэтому обязательно подписывайтесь на этот плейлист и смотрите его до конца, чтобы у вас все получилось. И для начала нам надо установить мод Prison Mod 0.6 версию. Загружаем его с этого сайта. Далее скачиваем программу OpenIV, загружаем ее с этого сайта, Scriptook 5 и Scriptook 5.net последней версии. Все мы файлы скачали, переходим к установке, нажимаем «Показать папки». После чего открываем корневую папку из нашей GTA-шки, где у нас находится ярлык нашей GTA. Открываем Scriptook 5.net и перебрасываем эти все файлы в нашу GTA, туда где ярлык, перекидываем их. Далее закрываем и открываем Scriptook 5 обычный. Открываем bin, dinput 8dll закидываем, а также закидываем Scriptook 5dll, тоже сюда. И закрываем. Далее в этой папке, где у нас находится ярлык нашей GTA, берем и создаем новую папку. И прописываем английскими буквами здесь. Вместо новой папки нужно написать scripts. Точно так же прописываете scripts, чтобы у вас все получилось, иначе мод работать не будет. Должно быть написано именно точно так же, scripts. Открываете его. Далее открываете prison mod. И копируете prison mod DLL, закидываете его в scripts. Перебросили. Корневую папку из нашей GTA вы можете уже закрыть. Переходим к установке программы Open4. Запускаем OBZTube, нажимаем русский, продолжаем, принимаем здесь все условия, соглашаемся и скачиваем 19 мбайт файла. Наша программа устанавливается и загружается, после чего нажимаем закрыть. Далее запускаем ее, нажимаем здесь Windows, указываем путь к нашей GTA, диск D или где у вас находится ваша GTA-шка, Grand Theft Auto 5. И выбор папки. И продолжить. Еще раз продолжить. После чего наша программа запускается. Далее нажимаем на редактирование и нажимаем «Да». Переходим в инструменты, AC Manager. Нажимаем здесь «Все установить» и нажимаем здесь «Да». Здесь тоже «Установить» и закрываем. Здесь ищем папку x64v.rpf. Нажимаем «Копировать папку mods». Ждем, пока скопируется. Она у нас успешно скопировалась и нас перенесло в папку mods. Потом заходите в models, cdmh, stream pets players rpf, открываете и открываете здесь player 1, то есть modded в этой же папке архиве prison mod, player 1, здесь тоже player 1 и закидываете сюда просто вот эти вот два файла. Возвращайтесь назад, здесь нажимаем player 2, здесь тоже player 2. И эти два файла закидывай. Здесь тоже назад, player 0. Назад и player 0. И вот сюда тоже закидываем это все. В принципе, все, наш мод успешно установлен. Для чего мы устанавливали аж 3 этих файла? Потому что player 1 это Франклин, player 2 Майкл и player 0 это Тревор. Чтобы мы смогли играть с этим модом за всех главных героев нашей GTA-шки. Ну и наш мод успешно установлен. Выключаем редактирование и запускаем нашу GTA. И вот, ребята, я уже запустил нашу GTA-шку, и по сути это первое видео с нашего плейлиста «Реальная жизнь в тюрьме». И первый такой обзор. В следующих видео будет намного интересней. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео из этого плейлиста. И как вы знаете, чтобы попасть в тюрьму, мы устанавливали именно этот мод. Он поможет нам попасть туда. То есть, что нас арестуют. Этот мод добавит вам возможность ареста полицейскими, когда у вас будет одна звезда. Этот мод работает только при наличии одной звезды розыска. Итак, давайте как-то себе сделаем одну звезду розыска, что-то нарушим и подождем полицейских. В принципе, у нас появилась одна звезда розыска и ждем, когда приедет полиция и нас арестует. И отвезет в тюрьму, так сказать, да?
Потому что если у вас будут уже две звезды розыска, тогда у вас уже мод этот не сработает, потому что у вас начнут стрелять. Просто ждете вот так вот, когда вас арестуют. Смотрите, ребята, сейчас они подойдут, и просто должна заспавниться машина и отвезет вас туда. Руки так поставили, и машина заспавнилась. Ничего не нажимаем, просто машина спавнится и везет вас как бы в тюрьму. То есть именно вот так вот работает этот мод. Вы можете себе включить также от первого лица, вот нас арестовали как бы и везут нас в тюрьму Сэнди Шорс. Вот так это выглядит и так работает этот мод. Конечно же, вы можете скипнуть это все, то есть чтобы не смотреть, как вас туда везут. Но это уже дело ваше, так сказать. Но пока нас везут туда, я скажу вам, что обязательно нужно подписаться и поставить колокольчик, потому что эти видео будут выходить один за другим, и в следующих видео мы уже с вами установим Prison Interior, то есть мод, который добавит уже там новые локации в тюрьме, и даже установим с вами реальную жизнь в тюрьме. Ну и много таких дополнительных модов, которые я тоже думаю, что вам будут интересны. И вот, друзья, как видите, мы уже подъезжаем к тюрьме Сэнди Шорс, который находится вот здесь, вот нас везет такой вот полицейский, FBI или кто-то там, короче, шериф какой-то. И вот сейчас будут сажать Франклина в тюрьму. Давайте посмотрим, как это будет происходить. Просто подъезжает сюда, конечно же, так вот заезжает сюда. Здесь открываются такие ворота. Мы ничего не делаем, повторюсь, мод работает самостоятельно. Еще одни ворота открываются. И буквально-таки сразу же сюда заезжаем. Вот, ребята, мы сидим сзади там. И, в принципе, сейчас мы должны заспавниться в нашей тюрьме, как говорится. Вот. Выходим. И идем вот в приемную сюда вот. Сейчас нас будут принимать. Все здесь, как бы, здесь выхода уже нету. Так что уже выход в следующих сериях, как говорится, уже будет. Вот, ребята, заходим сюда, и мы, ребята, появляемся в новой одежде, вот в такой вот и в тюрьме. То есть эту одежду мы с вами устанавливали, и, в принципе, видите, вот там заключенные ходят. У нас вот время 19:26, в следующих видео мы установим с вами уже мод на жизнь в тюрьме. Это будет тоже довольно-таки интересный мод, намного интереснее, чем этот. Но чтобы установить тот мод, я должен был установить именно этот мод. Чтобы установить реальную жизнь в тюрьме, нужно сначала установить вот на попадание в тюрьму. Это, я думаю, что это логично. Также мы установим мод на тренажерку и тому подобное. Это будет все в следующих сериях. Потому что сейчас мы, видите, не можем никак тренироваться. На карте у нас отмечен вот человек, у которого мы можем что-то купить. По сути, мы можем ему дать взятку и купить какое-то оружие. Или спровоцировать какой-то побег, или вот, к примеру, какой-то бунт и так дальше. Вот у нас полицейский продажный такой. Вот он. И сейчас вы можете что-то здесь купить. Смотрите, ребята. А нет, это не этот, я немножко ошибся. Вот он, такой барыга, как говорится, вот. Денюшки-то придется отдать довольно-таки много, то есть 500 или 5 миллионов за это. Для начала давайте я вернусь сюда чуть позже. Сейчас посмотрим как бы в тюрьму, что здесь происходит такое. Видите, ребята, заключенные стоят там вот. Различные расы там такие вот, в татуировках все, вот, такие вот, стоят там, ну, есть обычные люди, которые сюда попали за что-то, есть тоже такие вот, еще вот один человек, какой-то мексиканец, скорее всего, нелегал, вот там уже люди качаются, смотрите, там кто-то уже отжимается, но мы сейчас не сможем отжиматься, потому что нужно установить такой мод на отжимание. Это мы уже сделаем в следующих сериях, поэтому подписывайтесь. Но сейчас давайте пока что, ну, купим что-то здесь. Покажу вам, как это происходит. Нажимаете «Э», у вас снимается вот 5 миллионов, и вас отпускают, да? Вот так вот. Там еще есть одна фишка, то есть, ну, это мы дали взятку, то есть залог 5 миллионов за то, чтобы нас выпустили. Также, ребята, я решил обратно вернуться и показать вам еще какие дополнительные возможности там есть. В этой тюрьме, то есть за 5 миллионов, как вы знаете, мы вышли из тюрьмы. Ну и сейчас я вам покажу еще некоторые возможности этого мода, какие там есть. Также, чтобы обратно вот попасть в тюрьму, вам нужно разве что перезайти в игру. Скрипт заработает только с помощью перезахода. Если у вас он второй раз, если вы хотите, чтобы он заработал, только нужно перезайти в игру. И тогда заработает скрипт второй раз. Снова-таки заспавнились в тюрьме.
И давайте попробуем, посмотрим еще некоторые способности, которые здесь есть. То есть точку мы эту исследовали, которая там есть, вот там вот она находится. И еще у нас есть доллар. То есть опять-таки какой-то барыга здесь. Ну, как бы вот метка вот та, которая там вот прямо. Это как бы у властей попросить за 5 миллионов, что-то такое. А здесь вот этот человек поможет вам за 5 миллионов тоже выйти. Y давайте нажмем, то есть попробуем у него что-то купить. Давайте попробуем. Да, появился. Давайте Y нажимаем. И оружие у нас появилось, ребята, видите? И создать такой бунт. И просто накидываем полицейских, этих охранников. Свинцом их накидываем просто вот так вот. И все, вот так вот тоже побег, но это уже более такой интересный побег, так сказать. То есть вы можете вот стрелять в них и тому подобное. Вместе с другими заключенными. Вот, там кто-то еще стреляет. Вот. Этот меня стреляет или нет? Нет, это вроде свой или нет? А этот нет, это не свой. То есть они тоже между собой стреляются там. Это тоже такое себе. Вот. Еще один полицейский там. И так дальше, ребята. Вот, в принципе, такой интересный мод. И все остальные тоже другие бегут. Вот уже туда по лестнице как-то пытаются сбежать из этой тюрьмы. Там еще один охранник стоит, сидит где-то, стреляет. Но это ничего, мы его сейчас снимем оттуда. Ну, его уже кто-то пристрелил. Ну и, в принципе, все. Вот такой вот у нас, ребята, мод. В следующих сериях мы снова сюда вернемся. И установим уже другой мод немножко. По поводу оружия, какое у нас есть. То есть нам дали только этот автомат. И в принципе все. Ну и всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите следующих сериях установки реальной жизни в тюрьме. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. До свидания, всего хорошего.